Hyundai Palisade. Ставим доводчики на двери и мультимедиа на штатное головное устройство без его замены. Hyundai Palisade к вашему вниманию. К штатному головному устройству подключена полноценная навигационная мультимедийная система, в которой есть масса современных возможностей. И при этом весь штатный функционал сохранен. Включаем заднюю передачу. Автоматически из режима новой системы попадаем в режим парковки. Также есть и YouTube, и Яндекс.Навигатор, и онлайн-ТВ, и все с Play Market закачивается на рабочий стол. И обратите внимание, весь штатный функционал при этом сохранился. Вот это штатная система. Нажимаем штатную кнопку и переходим в мир современных мультимедийных возможностей, потому что там гораздо интереснее. Сейчас, к вашему вниманию, YouTube. Помимо Яндекс.Навигатора, который мы уже показали, YouTube, есть еще онлайн-ТВ. И абсолютно любые приложения вы сами, как я уже сказал, скачиваете. Звук идет в штатную акустическую систему. Все работает по-штатному. Никаких тормозов. Гарантия установочного центра BGT Workshop на срок владения автомобилем. Пришло время вам показать, как работают установленные нами доводчики на Hyundai Palisade. Все работает по-штатному. Открываем и закрываем дверь. Она дотягивает. Также и для передней двери. А теперь синхронно. Важно отметить, что никаких лишних штырей, отверстий не появляется. Все работает по-штатному. Только оригинальные компоненты.